Участники боев за Брестскую крепость рассказывают, что во время самых трудных кровопролитных испытаний среди защитников крепости появлялась девушка по имени Надя, помогавшая раненым воинам. Судьба этой героини до сих пор осталась неизвестной. Ей посвятили свою песню поэт Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер. Эту песню исполняет лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР, лауреат всесоюзных и международных конкурсов, вокально-инструментальный ансамбль «Песниры». Художественный руководитель, заслуженный артист Белорусской ССР Владимир Мулявин. Не только
надеждою Бреста была. Песня из кинофильма «Матрос с кометы», «Черное море мое». Музыка Оскара Фельдсмана. Песня «О Вологде» из спектакля «Белые облака». Музыка Бориса Макроусова.
самолично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат, в доме, где резной палисад. Где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме, где резной палисад. Где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме, где резной палисад. Пакетом пакет только, только нет мне ни слова в ответ. Значит, значит, надо иметь в виду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Вижу, вижу алые кисти рябин, вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьёю ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Где же моя темноглазая, где Вологда, где Вологда, где в доме, где резной палисад. Где же моя темноглазая, где Вологда, где Вологда, где в доме, где резной палисад. Сейчас прозвучит песня из кинофильма «Мировой парень» «Березовый сок». Музыка Вениамина Баснера. Первые грозы на белых
черных стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы, как часто пьянея от светлого дня. Я брел наугад по весенней протокам, и родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. «Московские окна». Музыка Тихона Хренникова. Опять небес темнеет вы.
зажглись, вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. Московский город.
почту нашу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю, знаю точно, где мой адресат, в доме, где резной палисад. Где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме, где резной палисад. Где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме, где резной палисад. Пакетом пакет только, только нет мне ни слова в ответ. Значит, значит, надо иметь в виду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, приду. Вижу, вижу алые кисти рябин, вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьей у ворот гора. Судьба меня ждет, вот потому-то мила мне всегда Вологда, когда Вологда, когда город. И судьба меня ждет, вот потому-то мила мне всегда Вологда, когда Вологда, когда город. И судьба меня ждет. Где же моя темноглазая, где?